Всем добрый вечер, хорошего настроения, позитивчика. Я кипяточком залил. Пюрешка со вкусом говядины. 29,50 стоит. Пускай пока настаивается. Салат нарезал еще. Витаминный. Что-то тарелочку не поместил, приходится большую. Тут и помидоры, и редиска, и огурцы, и свежие, соленые. И крапиву кипяточком обдала, и подорожник, и укроп, и петрушка. Ну все, короче. Все-все витамины, которые в огороде есть. Сметану сейчас заправлю немножечко так. Баночку. Чуть-чуть подсолю. Все. Так, ну пюрешку сейчас сначала. Я все буду одной ложкой. Привет, всем аппетит, хорошее настроение. Добрый вечер. Ролтон я сегодня утром ел уже. Настоялся. 5 минут постояла. Белоруссия. Я предпочитаю, конечно, домашний пюре. Но меня попросили. Прикупи, попробуй. Ну, ради вас, конечно, попробуй. Ну, что, 7 из 10. А теперь салатик вот так вот. Как аппетит на свежем воздухе. Кто-то мне пишет, что ты одну химию ешь. А мы дышим тоже химией. В охоточку можно, ничего страшного. Ладно, все в норму. Травку немножко покосил в огороде. Немножко я перекушу и домой. Кто-то пишет, ешь как по-свински. Все нормально. Как есть, так и есть. По-простому, а не по-свински. Как мне удобно, так и ем. А кому не нравится, перелистывайте. А главное, чтобы все здоровье было и позитивчик. Мир всем, мир. Всем буквально. Ну,